Здороваюсь, добрый день, здравствуйте. Ну, конечно, начать, чтобы не забыть, а с поздравления поздравляю всех милых дам с 8 марта, с праздником, который лично у меня остался еще, не знаю, с детства, со школьных лет, простым таким праздником, когда мы любимых женщин поздравляем. Без всякой политики, без всякого интернационализма, хотя это хорошее дело, конечно, но американская мира стоит всегда, стояла вне политики. Мы занимаемся гуманитарными вопросами. Поэтому я гуманитарно вас всех поздравляю с 8 марта, дорогие наши женщины. Вы понимаете, да, что ваше предназначение в семье поэтов – это служить источником вдохновения. Вот спасибо вам за то, что вы нас вдохновляете. Но, конечно, многие из вас и сами пишут стихи. Вот. Ну, буду надеяться, что и мы немножко вдохновляем. Очень с праздником. Сегодня, 8 марта, у нас состоится, и я вот объявляю очередной наш поэтический вечер из серии поэтических вечеров, которые прошли уже. Первый вечер был в Москве, потом в Кёльне, в Париже, в Иерусалиме, в Нью-Йорке и вот в Амстердаме. Почему 8 марта? Это чистое совпадение, как в прошлом году в Иерусалиме был вечер 14 февраля, день моего рождения. Это чистое совпадение, хотя, говорят, совпадений не бывает, но такие вот интересные причуды судьбы. На самом деле это просто, это неделя карнавальных каникул, а я, поскольку преподаю, не всегда, когда контракты подворачиваются в институтах разных, то выбираю дату, которая падала бы на каникулы. Но этот вечер сегодня не совсем простой вечер, потому что эмигрантская лира, ассоциация, все вот это, ну, с вашего позволения, так сказать, движение, или как сказать, без громких слов, постоянно как-то в поиске, в развитии. И вот сегодня, то, что сегодня состоится, на самом деле вы видите, это не вечер, ну какой вечер, солнце светит. Это я уже такое слово, вот у меня что-то в голове крутится, типа микрофестиваль такой. Микрофестиваль. Эмигрантская лира в Амстердаме. Я думаю, мы так будем дальше называть и в таком формате проводить. Вот, то есть мы к вечеру добавим еще разного рода события, вот, одно-два из которых пройдут сейчас. Вот. Так что, с вашего позволения, я открываю вот этот наш микрофестиваль «Эмигрантская лира» в Амстердаме. Несколько объявлений. Объявление рабочего порядка, что касается программы. Но я должен напомнить, потому что, несмотря на многочисленные рассылки, казалось, что никто не знает, что и когда начинается. В общем, в двух словах. Сейчас, в этом зале, после того, как я закончу свою выполнение, у нас состоится презентация журнала «Эмигрантская лира», в ходе которой Дима заходил, Демьян Пфальфаншин заходит через черный вход. На самом деле это не здесь. Дима, это куда? Дверь закрой, пожалуйста. Демьян Пфальфаншин, Дима. Ну это наши люди. Заходите, садитесь, если не хватает стулья, вот здесь стулья. Так, Дима, Валера, двойник, он нашел. Нашел. Хорошо, очень рад. Садитесь, ребята. Настя, это на видео все снимается. Да, но я только что отключил. Валера.